Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие бэби-гоши! Вы на канале Бэби, мама! Гоу! Гоу! И сегодня у нас очередная настольная игра. Называется она «Хватайка». Ну что, поехали! Кровать будешь? Да. Там карточки с животными. Какие? Цветные. Какие? Ну там разные зверюшки. А вот там... И кубики еще есть. Еще кубики. Они были разного цвета. И у нас здесь то же самое. Так. Там был... Игра очень классная. Друзья, ой, наклеечки. Диня, тут есть наклейки, представляешь? Аккуратно. Друзья, правила очень простые. У нас есть кубик с цветом. Сюда. Давай, мама, наклей животных на кубик. У нас есть различные карточки. Цель игры. При игре втроем нужно собрать по 10 карт. При игре в 4 по 8. При игре в 5 по 6. При игре вдвоем по 12 карт будем собирать. У нас на карточке животные, они помечены, соответственно, желтые карточки, зеленые, красные, синие, черные и белые. У нас есть кубик с цветами, ну точнее серые карточки, видимо. Или тут белый цвет есть? А, есть белые. У нас есть кубик с цветами и есть кубик сейчас будет со зверями. Денечка, ты будешь кубики бросать? Нет. Не будешь? А ты в чьей команде будешь играть? Маминой будешь? Ну тогда как? Смотри, надо будет карточки хватать со стола. Вы, допустим, если выскакивает красный паук, тот, кто первый схватит красного паука, оставляет карточку себе. Кто из нас первый наберет 12 карточек, тот и победит. Тебе с кем дать карточку? С обезьянкой. Тебе с обезьянкой дать? Да. Держи. Мам, у нас на одну карточку меньше будет. С обезьянкой, если что, у Дениса. То есть у вас уже в копилке есть одна карточка. Ну что, я все наклеили? Да. Дин, ты будешь кубик бросать? Нет. Смотри, Денюш, я тебе показываю. Папа первым бросает. Бросает. Так, змея черная. Так, 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 так. Опа! Мама бросает. Мы будем перебрасывать, значит. Осьминог белый. Так, не успел. Денис, смотри, у тебя мама вытащила белого осьминога. Ну, клади. Теперь я бросаю. Так, Денис, смотри, папа бросает. Смотри, кости. Чик, синий лев. Не успел. Что с моей реакцией? Что с моей... Так, вверх ногами. Вверх ногами клади. Ну ладно, пускай летит. Да уже 3-1, потому что одна карточка у тебя. А мама уже... А, ты же кидаешь, прости. Надо еще разложить цвета, чтобы... Не надо, ничего, не надо сортировать цвета, наоборот, надо перемешать, чтобы сложно. Ну, я говорю, надо перемешать, у нас лежат по порядку. Ничего не лежит по порядку, все. Поехали. Зеленая, черная змея. А я тебе отдаю карточку, что ли, или что? Да. 4-0, это разгром какой-то. Так, красный лев. Паня, я первый схватил. Так, ты бросаешь. Давай. Я вроде бросала, нет? Только что я же бросал. У нас тут такая захватывающая игра. Карточки выхватывать будешь с стола? Смотреть не успел, это был синий осьминог. Ладно. А сколько надо набрать? 12. Ого! Белая мартышка! А, где ты? Да что такое? Ты не бросаешь? А ты бросаешь, да. Мам, ты с мамой выиграешь. Красная мартышка. Отлично. Хоть что-то. Хоть что-то. Так. Синий слон. Опа! Та-дам! Ну все, я вроде сосредоточился. Ты специально там желтых положила, да? Нет. Так. Черный паук. Оп! Я видел, да. Денис, у вас больше карточек, чем у меня. Он это самое. Помогай маме-то. Так, ты бросала меня? Ты бросала. А, давай. Так, я бросаю. Давай. Момент. Черный слон. Снова упала. Я уже забыла, у кого какие карточки. Я тоже. В этом смысле весь игры, мне кажется. Я бросала или ты? Я бросала. Ага. Зеленый слон. Бросай.
меня сколько карточек? Раз, два, три. У меня 4 только. Кошмар. У тебя сколько их? И у Дениса еще одна. По 100. 8 с Денисовой. Обалдеть. Тебе это еще в 4 шагах от победы. Блин, сложно. Давай. Красный паук! Почему у мамы реакция больше, быстрее? Я не понимаю этого просто. Теперь я могу тупить в других местах. Ну да, там в Человек-пауке, например, да? Так. Красный паук у тебя! Тири-тири-ти! Ну! Ну, что поделать? Папа забрал у меня красного паука. Я отобрал красный паук, паутина из рук. Человек-паук. Представляешь, мы с тобой выиграли, а он отобрал. Ну ты меня тоже отбирала черного там кого-то. Черную змею я. Так, белый лев у тебя! Ха-ха! Ту-ту! Ту-ту! А что, есть, да? Не знаю, нет, наверное. Так, зеленая обезьяна! Зеленая обезьяна у меня! Да. А, может, у тебя? Да, вот это один раз тут принимается ответ. А нифига у тебя зеленая обезьяна! Ну, я сказала первую, так что. Синий осьминог! У тебя! Друзья, папа опрометчиво сказал, что каждый говорит, у кого какого цвета карточка. В случае выпадения повтора при броске, ну, вы не находите, допустим, змею красную, она уже у кого-то есть. Если человек угадывает, у кого красная змея, то он забирает эту змею у того, у кого она была. Если не угадывает, то любую карточку возвращает на стол. Так что продолжим. Значит, что было? Мама сказала неправильно, у кого был какой-то зверь. Синий. Синий кто? Да? Значит, ты сейчас карточку возвращаешь на стол одну. Нет, давай брось нормально, посмотрим цвет. Синяя змея. А? Все, так, все, а теперь мама бросает. Не надо. Бросай змею и животное. А ты бросай цвет, давай. А ты кубик бросай. На счет три. Раз, два, три. Бросай кубик. Желтый. Желтая змея. Да что такое? Я пока отвлекаюсь на кубики. Ты у тебя уже сколько там? Не знаю. Посчитай. Посчитай. Может, ты уже выиграла. Так, папе нельзя проигрывать никак. Динчик, сейчас бросай кубик. Ты бросай цвет, давай. Лев. Белый! Оп! Отлично! 6. Папе нельзя проигрывать. Так, теперь мама. Белый! Брось. Белый, да. У нас там уменьшается количество карточек. Давай. Давай. Даже черный. Ну ты как бросишь. Ну как бросишь, так и бросишь. Давай, бросай. Змея. Нет, и так не бросай. Бросай. Красная. Ну, что, я на грани, да? Да. Мне сейчас ни в коем случае нельзя проигрывать. Не-не-не, ты брось, чтобы попал на черный. Обезьяна? Не, ты должен бросить, Дим. Не, Денюш, нормально, не бросает. Не-не, давай перебрось, давай папу перебросить. Белая обезьяна. А у тебя? А, нет, я ее забрал к себе, я не буду что говорить. Давай черный. Ты же сказал все. Папа, черный. Я забрал свой слово обратно. Ничего не собирал. Хорошо, есть. Ну давай проверим, у тебя есть белая обезьяна? Нет, я не хочу белую обезьяну. А у мамы-то есть белая обезьяна! Забираю! Мама, на еще! Зачем? Надо ее выиграть сначала, день. Давай, бросай, мама, кубик. Не, я еще не все потерян, у тебя еще 10. Бросай, бросай, давай, давай. Желтый осьминог. 11 у тебя опять, да? 10. Я вот прям на грани хожу. Не, по-моему, 11. Я у тебя отобрал одну, у тебя должно сейчас быть 10. 11. Ну, не отвлекайте меня, подожди. Бросайте. Дим, бросай. Белый. Желтый у тебя. Желтый осьминог у тебя. Белая. Не, не белый. Это был желтый осьминог. Проверяем. Дайте. А так. Белый. Папа белый, забирает белый, осьминога. Надо выиграть карточку, Дим. Ее надо выиграть. Эту надо выиграть. Кубик надо бросить. Сейчас я бросал? Да. Теперь мама бросает. У меня 10, папа. Ну правильно, я тебя по одной отбираю потихонечку. Может, отыграешь так. Давай. Слон? Какого цвета? Чёрного! Да почему опять? Ну, почему я такой медленный? Чёрного! Опять я на грани. Ну смотрите, какой раз я с этой грани соскакиваю. И сейчас тоже должен. Нет. Должен. Давай один цвет. Ой. Ну, папа. Там у нас осьминог. Чёрный. Жёлтый осьминог у меня. Давай, красный. Ну, не, если попадет, повезет, то будет красный. Оп! Нет! Какой желтая он? Змея! У мамы! Мне кажется, у меня. Ну ладно. Слава богу. Раз, два, три. А ты цвет. Осьминог. Давай зеленого бросай.
Не мами по рукам сразу. Не, ну ты нормально, не, красавец. Оба! Белый осьминог у кого? У тебя. Ты мне отжал, мне кажется. Сейчас проверим маму на память. Возвращай карточку на стол. Ладно, это будет черная змея. Что-то у памяти, у папы память лучше, реакция хуже, а память-то лучше. Я бросаю ответ. Пап, ты бросай! Хорошо, я бросаю. А ты цвет бросай. Обезьянка! Как, ребят, заметить, прям друзья? Нашел, чтобы на стол упал. Игра тренирует память. Нет, нет. Что там? Черная обезьянка. А я даже цвет не видел. Ну ладно, забирай. Вот черный. Денис, мечта просто сбылась. А вот теперь так, красный. Так, теперь бросает папа. Красная. Красный лев. Да, красный лев. А у кого красный лев? У мамы. Мне кажется, я не забирал красного льва. О, красный. Да ладно, серьезно? Ё-моё! Ну я его и вернул. Кстати, у меня 8 карточек пока что-то делал. Давай, Дин, бросаем. Змея? Дин, ну нормально бросай. Черная змея! Сколько у тебя уже? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Я опять на грани. Последняя, пап. Змея. Почему обезьяна? Белая. Белая обезьяна белая у мамы. Точно? Не факт, но мне надо уже... Если у меня, то смысл мне какой? Мне надо выигрывать. Я лучше карточку на стол верну, чем... Не. Нет у тебя? У меня белая обезьяна. Ага. Да, у меня белая обезьяна, возвращаю на стол. Ну и, по крайней мере, игра продолжается еще. Давай, бросайте. Иня, бросай цвет. Нет. Давай цвет. Не, Денис, ну брось нормально. Черная обезьяна у мамы! Черная обезьяна! Черная. Вот так. Паритет. Опять грань прошла. Так. Паук! Денис, бросай цвет. Нет. Нет. Синий, синий. Нет. Я беру другой. Бросай. Зеленый. Ну, бросай. Ну, бросай. Вот так вот. Оп. Зеленый, давай, паук. Синий паук, оп. Та-та-та-та-та. Теперь зеленый паук. Ну ты бросай кубик, он тогда упадет на зеленый. Интереснее же, слон. Видишь, уже не паук, уже слон. Бросай. Не-не-не. И надо бросить. Так вот, так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Так, ого. Красный слон. Денис, у тебя цвет. Змея. Бросай цвет. Змея. Ну бросай. Бросай. Змея. Желтая змея. У мамы. У мамы. Это у тебя. Если у меня, я выложу карточку на стол. Мне нельзя проигрывать. Да, у тебя. У меня? Угу. Ну окей, я желтую змею кладу на стол. Продолжаем. Кто бросал? Я бросал. Бросай, мама. Лев. Ой, день. Черный лев. Черный. Все, я проиграл. Друзья, сегодня мы играли в игру «Хватайка». Мамы Уинс, папы Луз. Денечка, вы команда победителей сегодня. Мать, Уинс! Вы собрали 12 карточек, а папа собрал только сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь карточек. Вот, друзья. Ну, впереди у нас еще много интересных настолок. Вы не забывайте подписываться, ставить пальчики вверх нашему каналу. Как пальчики вверх? Примерно так, да. Конечно же, писать свои самые лучшие комментарии, чтобы попадать в наши выпуски. И, конечно, нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших самых свежих новостей. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. До новых встреч, друзья! Пока!